Yo, Nick speaks. Это стрим in Russian. И вот я думаю, чем бы заняться вечером, вот после уроков, и такой думаю, а почему бы не сходить куда-нибудь там в какой-нибудь клуб, подвигаться. И вот решил сходить в клуб подвигаться. И сегодня в этом клубе, в общем, ну не только я, а еще много людей. Вот я тут познакомился с девушкой. Блин, я еще не познакомился даже. Как зовут девушку? Лиза, а у меня Ник. Навзаим. А что вы здесь делаете? В смысле работаете? Здесь же клуб, здесь же отдыхают. Согласен. А тут танцуют? Ладно. Ну, я на самом деле лукавлю, потому что я уже утром был, и мы там танцевали, так прикольно, нужно было колени поднимать. Так это все-таки не танцы, а это... Нет, это все-таки муай-танцы. А еще кроме муай-танцев есть что-нибудь? Я, кстати, думаю, да. Ну, а, например? Бокс? Блин, это больно. Ладно. Хорошо. Очень приятно было поговорить. Йоу-йоу-йоу. Пойду еще поговорю. А я тут вечером думаю, чем бы заняться. И думаю, пойду в клуб танцевать. Поздравляться. Да. Поздравляться. А с чем поздравляться? Виталий Григорьевич, день рождения. А кто такой Олег Григорьевич? Виталий Григорьевич. А Виталий Григорьевич? Да. А сколько ему лет? Сколько дадим? Что значит, сколько дадим? Прокурор Могут даст. Не дай бог. Нет, тогда не надо. Давайте посмотрим на шарики. Шарики. О, шарики нормас. Черные и белые. Красные. Красные на черном. Да. Окей, значит, тут нашему тренеру Гуркову. 34. Ну, нормас, неплохо. Да. А вы тут работаете? Да. То есть вы не танцуете в этом клубе? Ну ладно, хорошо. Окей, поговорили, круто. Йо-йо-йо. Пойду еще с кем-нибудь поговорю. Здорово. Ник. Как тебя зовут? А? Сева. Сева. Здорово, Сева. А что ты здесь делаешь? Я вообще никогда шары не покупал. В прошлом году он не вставил, что... А это твои шары? Шары? Не твои шары. Ладно, а ты тренируешься здесь? Да? А чем занимаешься? Ладно, не буду приставать, Сева. Привет. Здорово. Ник speaks. Как тебя зовут? Вадим. А что ты здесь делаешь? Стою, зеваю. А что ждешь? Снисхождение. Это прикольно! Снисхождение! Короче, сейчас знаменательная дата, а я тут выведал по нарожку, что блин, точно. Я не пойду. Я тут, ну ладно. Палево. Ну, уже 11 человек смотрит. Виталий Гурков смотрит. А нет, это не он смотрит, это другой. С индийской фамилией какой-то. А вот сам давно, в клубе? Ну, месяца три, да. Ничего себе, это уже ветеран получается. Ну, уже менее страшно ходить по улице? Страшно все равно. Еще страшно? Чем дальше, тем страшнее. То есть наоборот становится страшнее ходить? Ну, чтобы не убить никого. А это я согласен, тут даже не поспоришь, да. Это же срок. То есть получается, вот приходишь и накачиваешься, этим... Violence, этим... Такой становишься очень жестокий, да? Агрессивный. Агрессивный, да? Да, я шучу. Ладно, хорошо. Пойду поговорю еще с кем. Ребята, а с вами можно тоже? Конечно, можно. Меня Ник зовут. Витя. Ник – это имя? Ник или Витя, подожди? Ник Спикс. Ник Спикс? Да, это мой YouTube-канал Ник Спикс. Это английский с нуля и до Сан-Франциско. Да, и я вот недавно, потому что мне было страшно ходить по улице, потому что, я очень боязливый человек, и поэтому я решил, надо немножко покачаться, например, мышцы или ногой бить. Лучше уметь договариваться.
Не нужно никого на улице рубить, это опасно. Не, мышцы, знаешь, они тоже дают преимущество, потому что потенциальный противник видит, что ты как бы все-таки, ну, бицепс есть, грудь есть, и он понимает, что ты чем-то занимаешься в любом случае. Можешь себя, задеть. Да? Вот, вот, и, на самом деле, после того, когда ты начинаешь работать с его физухой, да, реально ты меньше ну, ты меньше попадаешь в эти ситуации. Потому что, ну, люди же видят, как бы, если ты, ну, как бы такой, знаешь, задротик, то, естественно, они как бы, ну, они. То есть за проволокой живешь. Да, да. Поэтому как бы, ну, а сочетать это вообще ядерное дело. Ну, с этим надо аккуратнее, чтобы не применить это на простых обывателях. Не дай боже. Алкоголиков, знаешь, на наркоманов. Чтобы просто не соваться. То есть это из-за кардио, потому что у них низкие показатели. Это какое-то плохое слово. Иначе это будет просто, ну, это... Тем более сейчас суды они не разбираются. Потому что кто первый пишет заявление, тот всегда прав. Ну, блин, сразу же какой-то, я не знаю, это ну... Это ликбез из жизни. Тут вообще мы про спортзал, тут уже какой-то криминал пошел. Мы просто говорим о том, что, видишь, это помогает в жизни. Здесь вопрос, да. Либо ты будешь очень худеньким, быстрым и умеешь бить хорошо с колена, но потенциально противник не будет этого знать. Либо все-таки ты как бы показываешь визуально, что ты... По выражению лица просто... Да, по игре мышц, знаешь, куда ты начинаешь. Или там, знаешь, почесался, или там почесался, у тебя поиграли мышцы, узнают, куда. Ну это летом, или надо так играть, чтобы зимой через три одежды? Ну, зимой можно носить пуховую одежду, знаешь, она делает тебе шею. Это прикольно, мне нравится с тобой общаться. Да, я вот... Мы сейчас ждем, вот тут собрались вечером. Я вообще утром хожу на тайский, но мы тут собрались, чтобы этот конгратулейтить нашего хэппи бёздея, ну, в смысле боя, которому 34 сегодня. И вот такая вот штука его ждет. А у него ждет такой birthday cake. Интересно, у него вот есть вообще эти калории? А кто покупал вообще? Ребята, а там калории есть, кто знает? Калории, ну, в торте. Что-то загадка. Загадка, ладно. Ну, в общем, он этот торт напоминает ринг. Я думаю, что потому что это связано... А почему вы думаете? Да, давайте я с вами поговорю, вот еще не общался. Меня зовут Ник, Ник Спикс. Даша, Даша, мне расскажите, почему? А? Маша, сори, Маша. Маша, да, я знаю вас по сказкам, да. Там Маша, медведи и так далее. Да, там все, ну, все про вас. Я так и понял. А расскажите про, почему ринг? Ну, вроде как бы торт, но ринг. Почему? Почему, Маша? Символично. Сори? Что? Это очень символично. А в чем символ? В том, что мы все здесь за одну идею. Какую? Что нас связал ринг. Нас связал ринг? Да. Окей. Хорошо. А вы, ну... Да. Я понял. И Маша тоже. Понимаете? И Маша. Спасибо, Маша. Встретимся на ринге. Okay. Да, тут уже все облизываются. Тут все спортсмены... Уже не переодеваясь, хотя это есть торт. Есть спортсмены очень, очень большие, с косичками. Вот такие спортсмены. О, с тобой еще не говорил. Привет. Привет. А ты же утром вроде был на тренировке, нет? Да, сегодня с утра был. Да, а что, сегодня, ну, вечером или весь день был уже здесь? Ой, что вообще нет, происходит? Только утром. Только утром. А зачем сейчас мы здесь? Вот? Сегодня за рождение у заслуженного мастера спорта по тайваньскому боксу. Офигеть. Виталий Григорьевич Бурков. Вот сейчас находимся в его клубе. И вот хотим поздравить. Нет, супер. Мне нравится идея. Тренироваться заодно. Да, и честно говоря... Кто-то пьет, кто-то тренит. Да, и мне кажется, что лучше, конечно, тренить, чем пить.
И я, честно скажу, вот на тайский я пришел, сколько, ну, пару лет назад, но у меня был перерыв, конечно, долгий. Я там с другим ребятам ходил, ну, там, в другом месте тренироваться, но блин, вот из-за того, что вот, ну, громкие победы Виталий, и я узнал, что, оказывается, у нас, ну, белорусы очень мощные в этом виде спорта, но это меня очень мотивировало. Белорусы одни из... Одни из, ну, таких сильная, вот. Сильная школа майтай, поэтому есть как бы, кому пойти, есть что перенять. Супер. А вот почему ты выбрал майтай? Почему? Не... Мне это нравится. Ладно. Просто заходим, или с песней какой-то. Ладно. Можешь запивать. Тут, короче, сейчас будет... Я потом буду... Ну, я буду последний идти. Только мальчика не имеет. Давай. Так, бахилы. Я типа оператор, мне типа не надо там, ля-ля-ля. Ну, ла-ла-ла, надо. А это мне сейчас будет все одевать даже? Ну, да, могу одеть. Фига себе. Я думаю, что это нужно заснять. Когда еще такое будет? Не заснимайте, это же как-то неудобненько. Хорошо, все, я не заснимаю. Мне никто не одевает бахилы. Я типа сам их одеваю. Блин, я опаздываю петь. Ого, что это там вообще, я не знаю. Ребята, я опаздываю. Где оно? Давайте оператором. Что вообще происходит? Кто эти люди? Ем сладкого. У меня, короче, дней рождения не было никогда. На самом деле я. Пьянка! Я хочу, чтобы ты слышал. Не все смогли прийти. Многие, кто приходит, сейчас все присоединяются. Настя была, Вадим, другие, кого я не знаю. Саша Кучипа тоже присоединяется. Поздно с нами сегодня. Все присоединяются. Так что, командуй дальше по радам. В общем, мы покричали тут чуть-чуть. Я думаю, что... И я тут тоже рядом постою чуть-чуть. Ну, что по месту? Три ряда. Один. Ой. Стой. А я тут сбоку постою чуть-чуть. А, пускай меня фоткают, а я буду стримить. Сейчас нас фотают, короче. Блин, столько людей. И все опасные. А где? Кто фоткает? Все фоткают. Я не фоткаю. Я стримлю. Подождите, давайте сфоткаем. А есть какой-нибудь там аппарат такой, что? А когда улыбаться? Краш-тест, который заходил. Краш-тест взял аппарат? Надо всем обняться. Что он говорит? Обняться? Что? Что? Ребята. Общаемся там хоть немножко? Да. Вот это я вышел, это же нахуй. Ура! Вот так я не зря сегодня пошел погулять, утром на тренировку, а вечером опять решил зайти в клуб, и, ну, я считаю, очень, ну, очень круто. Давайте еще послушаем, что говорит тут чемпион. Выходи, а я не могу там возвращать.
Последний. Да, Сэшин, да. Блин. Ой-ой. Застрял. Оказывается, это как троечки видно. Ага. Как будто вот это. Да. Замри, пожалуйста. Да, вот такой неплохой зал. Вот мне нравится вот так вот бить. Раз, бьешь и все. На, вот тут, короче, и вот что интересно, вот есть еще всякие, тут вот прямо, ну, как это, ну, всякие победы, которые Виталий взял в разных там мировых чемпионатах. Он, кстати, если кто еще не знает, 12 раз чемпион мира. Это, ну, я считаю, вообще не так неплохо. Вот здесь вот прямо как бы и тренировки все проходят. Сделали для меня такой праздник, потому что очень редко, когда для тебя его делают люди, которых ты, в принципе, ну, не так долго знаешь. Хотелось бы. Может, ты всем дал уже, давно мы не знакомы были. Хотя, если честно, с Виталием Григорьевичем мы познакомились. Знаете, когда мы познакомились, реально? Не, ну вообще, в 90-х годах мы увиделись, да, первый раз увиделись, и больше мы с ним не знали. Не знали друг друга практически. И вот в августе месяце мы с ним вот как знакомы, и вот с этого года, да. С августа месяца мы как дружим. Как дружим, да, совсем ничего. Да, но по духу были очень, да. Световой бой, ты перестал с ним общаться. Не, ему было 12 лет, он был вот такой, а я такой же, как и сейчас. С бородой? Да. Я видела фотографии Виталика без бороды, вообще разные люди. Я с ним не узнаю, когда посмотрел. Спасибо, что смотрите. Никспикс. Я не знаю,